Та же сцена, тот же зрительный зал и все те же КВНщики. Словно и не было 15 лет. С первых минут до закрытия занавеса зал поддерживал их аплодисментами. Выпускники Анапской лиги в очередной раз доказали – они готовы к новым победам. Сегодня мы надеемся увидеть всех тех, кого, в общем-то, видели 5-7 лет назад в таком собранном замечательном составе с новыми шутками, с новой радостью, с новым счастьем. И, соответственно, я думаю, что с новыми победами. Состав жюри по-прежнему не изменен. Дмитрий Туль, Александр Ребец, Дмитрий Ходорев – первооткрыватели Анапской лиги. Они знают, как удивлять зрителей. Александр, все нормально? Все нормально. Друзья, давайте поаплодируем Александру Николаевичу. Три команды сразились в юмористическом поединке. КВНчики не изменяли своим добрым традициям, и выступления начались с песни. Молодая команда «Третье место» – настоящий прорыв. Несмотря на несуразное название, ребята сразу расположили к себе зрителей и жюри. Шутки на грани юмористических правил, но в рамках дозволенного. Здравствуй, сцена, родимая! 3 года тебя не видел! Да, я ж тебя расцелую! После того, как все команды показали свои домашние заготовки, пришло время для конкурса STEM. Опытные КВНщики знают толк в юморе. Устроили на сцене настоящую русскую свадьбу. Давайте я на правах кружка выпью рюмочку водочки и задать фильм. Вы что, больные что ли? Что тут пить? Возможность посмеяться над проблемами и собой, дружба, улыбки – вот ради чего собрались команды, не ради призовых мест. КВН в Анапе был, есть и будет. 15 лет – это только начало.